При царе был 1907-го, что ли, года изначально. Да, есть это, есть. Он там поднимает это. Да. Тогда для подлодок. А сейчас они что-то не вылазят в него. Не, самолетная дека, я на Мише. А у меня арт-дек. А у меня танковый, я направо. Видимо, нет? А я вообще Ты без не деки. Джон, а я там отдаю. Я буду тебя, Сераф, поддерживать. Это меня пугает еще больше. Не, ну что там? Скину на твои... Если ты возьмешь топ-танчики, то скину на них какой-нибудь этот... А, ну тогда ок. Чё-то я не глянул, а у них, кстати, танкисты были, нет? Чё ждать-то? Ну, Михаилу нужно два человека с танка. Ну, я не против. Двое-трое, то все выбьют. Я возьму тогда чисто танки. Да, блин. Чисто танк, чисто тайт. Да. Я отправлю акулу посмотреть. С самолетиками. Блин, денег нет. Акула посмотреть летает в один конец. Но она же посмотрит. Ну я их вместе называю акулу. К-52 у меня они не работают друг без друга. Я смысл слышал саркастический смех из Беларуси, блядь. Пристачи можем себе позволить. Эх, не хватило 25 очков на второй топ. Ребята, если... Помогите хотя бы сюда разведку. Куда бронированный этот ЦОшку поставить, скажите? Никуда не надо. Как бы сказал, но это грубо. Ну так-то нам. Ну я на Грегоре тогда подумаю. Да на Михаиле ее по-любому там будут сносить. Я тогда ее сзади Грегори пока поставлю. Если захватим, то поеду на горку. А на самом Григории кто-нибудь играет? Все молчали. Ну, okay. Вот синие, походу, явно играют. Не, ну просто я не потяну, и Григорий, и Михаил, что там? Подтянешь, мы в тебя верим. Да ну не. Ну, ты кому рассказываешь, мы тебя знаем. О, ну я к ракет меньше, чем у них вертолет. Так. Куда ставить этот говнище? А сюда, а вот это вот кто? Что происходит? Все как обычно. Вот сюда надо ставить. Зачем расставлять метки, когда их можно не расставлять? Патрик до Михаила приехал. РСЗО налево. Рандом, что ли, еще справа у нас, ага. Знать бы, что у него там. Ой, ну там куча всякого едет. Патриот? Где патриот? О, патриот тоже. Не, в смысле, есть. Какие конкретно пехотинцы? И отдаться там, и куча всего. В общем, кому надо заправиться, пока еще живая снабжуха вот тут.
стоит, не то отдаться, не то ровно, 110 очков. Да-да-да. Вот здесь вот танки. И М1А1, и непонятно, что еще. Разведки не видит. Сейчас 117 прилетит. Нет, по любасам. Да разведка не видит, можно разведку. Я хочу его отдаться, выбить, все, кончился отдаться. Ценой чем-нибудь. Но ценой своего танка. Но у меня их много. Горка все еще ничейная. Вы со мной говорите? Отправляемся. У них там на Михаиле патрики стоят. Ребята, у меня слева три человека. Ну, нормально это? Да, спроси у них. Отставить панику. Не, все нормально. О, тоже у нас три человека. Там не грустите. Не скучно вам, я имею в виду. Ну, меня чуть не сбили, суу. Ну, на горке никого нету. Справа... справа вот три. По центру я не знаю сколько. Вот вижу минимум вот тут два. Тут челленджера два. Значит, все остальные... Слева. Видимо, у вас тоже три. Какие аж Q7 косые, блин, это... Это разгрузите кашин. А, не надо. Атакамс на хрен знает куда. Странно. Напалм идет куда-то на центр. Вы со мной говорите? Подвести? Кого справа, если есть, включайте.
этого полно уже. Постол, двинь, пожалуйста, разведка. Нифига не видно. Это был быстрый бой. Батарея готова. Есть приказание, сэр. Кого вам надо отвезти?
А10 направо. Здесь 4 танка, Гудвин, аккуратней. Говно, но все-таки. Нет, точно. Бобер направо. И истребители. Справа, прям. Вообще справа. Правее некуда, блядь. Че, взял там пивасика? Да. Холодник вообще. Вкусненько, нет? Овощи. Бедняжка. Мучаешься. Ой, добрый день. Это будет честный бой, сэр? Или очередная охота на зубов? Здравствуйте, я говорю, здравствуйте. Два пятый какой, а? На последнем кубике. Есть!
Есть приказание, сэр. Ну, по-моему, кроме рации ничего нет. Не, но то, что они вызвали в самом начале, как минимум, есть. Может, это авиатор как раз вызывают и вызывают. Я думаю, он просто посмотрел на это, то что у него 9 самолетов. Надо... Типа клевые самолеты, да? Не, ну а что они там стоят? Штукачку. Согласен. Не мне этими самолетами даже сбили моих 1-2. Охерели, да? Ну, я тоже так говорю. Эх, не успеет даже пехота моя доехать. Снова самолет слева. Нам кабанам пофиг. Да. Потрахаться да поспать. Нельзя с вами не согласиться. Сопротивляются. Это он зря. Да, это папка с вами, это... Интербол. Пацаны, вы чё, какой Тандерболь? Идите нахер. Помогите, ебут постал справа. О, еще танк. Всем спасибо. Mm-hmm. Да, маме спасибо, что. Да, я, пожалуй, тоже пойду спать.